Все-таки по итогам всех этих заездов мы можем выяснить, что фуга немного быстрее. 4,5 V8, 333 лошади по паспорту у него, плюс убраны катализаторы и перепрошита она на Евро 2. У меня на Audi катализаторы стоят Евро 4. Может быть, если я перепрошью и уберу каты, результат поменяется. Но об этом вы узнаете позже. Спасибо за просмотр. И помните, не гоняйте. Это видео не служит хорошим примером. Это видео служит примером того, как
Ну, просто как все мы люди, да, и тоже иногда мы делаем неправильные поступки, которые делать не надо. По итогу данных заездов, что хотелось бы сказать, вот мое мнение, да, все-таки фуга уходит, вот именно там 0-100, несмотря на то, что у меня полный привод на Audi, на фуге задней, у нее, видимо, побольше крутящего момента, она уходит. Но, насколько мы знаем, нет каталиков. Ну, вырезанный катализатор и Евро 2 стоит. Да, то есть перепрошили вы ее. Ну, там плюс 10-15 лошадей добавилось. Вот, в стоке у нее 333 кобыла, 4,5 да. V8, у меня тоже V8 4,2, 335 лошадей, но у меня стоят каты еще родные, и нет никакой, ну, перепрошивки. Может быть, я на это надеюсь, по крайней мере, что после, например, удаления катов и перепрошивки можно будет встать еще раз. Вот. Посмотреть другую. Посмотрим, да, есть ли реально изменения какие-то или нет. Вот на данный момент все-таки 0-100 фуга чуть-чуть, не намного, но уходит. На видео вы сами увидите все это. А вот как мне показалось сходу, когда мы с тобой стартовали, то есть, ну то ли ты старт чуть-чуть проворониваешь, короче. Но моментами было, теряешь. Да, моментами было. То ли все-таки сходу фуга уже не может нагнать, и с учетом, что у тебя на 180 уже отсечка, ну плюс-минус. Ну, там 170 идет, 175. Да, то есть фуга не успевает меня догнать, короче, и мы едем либо ровно, либо там после 180 я уже начинаю уходить, потому что у фуги отсечка. То есть динамика, по мне, повторюсь, примерно равная, но там до 100, если с места, у фуги момента, видимо, побольше. Японцы делают вещи. Все-таки вот как-то так. Да, что добавишь от себя? Ну вот добавлю от себя то, что удивился на самом деле, да, то, что старт было у тебя все потяжелее, чем у меня, потому что все-таки полный привод, сцепление с дорогой, да, то есть... Хотя я даже отключал стабилизацию, у меня пробуксовки не было, на что я очень удивился. Вот, от себя добавлю то, что по поводу старта, да, моментами там я плашал, поздно нажимал, так скажем, да, педальку. Такой момент, я стабилизацию не выключал. Вот не знаю, повлияло ли это как-то или нет. Я думаю, нет, потому что у тебя полный привод, и, соответственно, проворота колеса толком-то и нету. У тебя сразу ну, все. Возможно. Ну, короче, я бы вот сейчас, если бы я бы попробовал, наверное, но не хочу уже опять ехать. Вот, может быть, стоило попробовать, да, отключить стабилизацию. Не знаю, дало бы это что или нет. Ну, вот, имеем то, что имеем. На полном приводе вряд ли бы что-то дало, я думаю. Ладно, короче, спасибо за просмотр всем. А думаю, будет еще реванш после удаления катов. Попробуем еще раз. Что-то еще добавишь? Или, в принципе, да, в принципе, нет. В принципе, что все сказали. Все да. Сами увидите. Да. Сами тоже видели. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр. Не гоняйте. А если гоняете, то пристегивайтесь. Будьте предельно внимательны. Все, всем пока.